самая лучшая специальность на технике – это машинист бульдозера. Раз – это хорошая заработная плата, график, день-ночь, два дома. Не знаю, как где-то в других областях, но лично у меня такой график. И график просто великолепный, просто шикарный. Три – что касается безопасности. В бульдозере, по-моему, самое безопасное место. Не важно, что происходит на улице, какая погода, какая атмосфера. Это тихоходное транспортное средство, самое тяжелое, блин. Ребят, если вы решаетесь или думаете пойти по специальности машинист-бульдозер или на экскаватор, или там отучиться на категорию С, на Volvo или на КамАЗ, ребят, категория Е, машинист-бульдозер, гусеничная техника, вот что нужно, вот это классно, вот это тема. Здесь даже платят, по-моему, на бульдозерах больше, чем на экскаваторах. Ну и на бульдозере намного лучше, намного. Но даже если вы работаете на бульдозере, это не говорит о том, что на этом моменте нужно остановиться. То есть это ваша крайняя специальность, и не нужно никак развиваться. Учитесь, я не знаю, не повышайте квалификацию, я не об этом, а учитесь в том плане, то, что получайте образование, высшее образование, еще что-то. Учитесь, не сидите на месте. Тогда жизнь становится интереснее.